Точно не знал о этой секретной фишке пробела в вашем телефоне. Если вам нужно исправить какую-то букву, вот, к примеру, вы написали в привет, а правильно будет в привет, да, и смотрите, сколько я ошибок здесь. Вы как делаете? Вы берете полностью, удаляете слово и заново там пишете. Но что же делать, если это слово, к примеру, большое, вы написали там несколько слов. Вы что делаете? Вы берете вот так вот и пальцем, в принципе, это делаете. Есть такая штука, как вот зажимаете, к примеру, и вот так вот ведете пробельчиком, видите? И вы можете просто пробельчиком дойти до той буквы и нажать удалить, и будет привет. И вот так вот быстро все ремонтируется. Дальше курсор будет передвигаться. И вы быстро исправите вот эту вот ошибку. Просто и легко, как видите. Поделись с этим видео другом, наверняка он не знал.